Радио Energy подарит тебе 1 миллион рублей. Только одно условие. Говори правду. Детектор правды. Эпизод второй. Сейчас, господа, на Radio Energy стартует беспрецедентная суперигра «Детектор правды». Новый сезон, эпизод второй. Сегодня за главный приз будет бороться Роман Бураков из Балашихи. Бывший военный, бывший нефтяной трейдер, ныне безработный, что, видимо, и побудило его прийти на шоу «Детектор правды», где можно выиграть 1 миллион рублей. Зовут твою девушку? Елена. Лена, и она у нас на проводе. Леночка, привет. Привет. Здравствуйте. Привет. Вот твой благоверный сидит, деньги зарабатывает. Так что ты уж не обессудь, подруга, если услышишь что-то неподходящее. Продолжаются безобидные вопросы, и следующий вопрос Роману. Ты изменял Лене, да или нет? Да. Да. Правда. Вопрос к Лене. Какого тогда ты с ним живешь? Это не нам решать. Я ему на самом деле доверяю. Ага, доверяешь. Вот. Под изменой конкретно сейчас имелся флирт. Я считаю, что это тоже своего рода измена. То есть для тебя как бы мысленно это тоже... Да, это измена. Следующий вопрос. Ты пробовал секс с мужчиной? Я целовался по пьянке с мужиком, поэтому я отвечу да. Наспор, это было давно. Стоп. Поэтому я считаю, да. Что да. 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 Ух ты. Горностай ваш рот открыла. Так клево смотреть. Правда! Поздравляем, Лен! Он тебе даже если изменял, это не страшно! Так мы же никогда не знаем, это просто поцелуй или нет, вы понимаете? С мальчишками-то один раз сели галас! Молодец! Роман, ты бы занялся любовью с мужчиной в обмен на миллион долларов, да или нет? Гипотетически да, поэтому да. Да. Ё-моё, всё-таки... Он бы дешевле отдался, мне кажется. Знаешь, это меня радует. Меня радует, что всё-таки ты всё-таки остался мужиком. Детектор правды. Эпизод второй. Ну и приятные эмоции переполняют. Есть некоторые волнения. Я благодарен этому радио, что оно есть. Тем, кто после меня придет и займет кресло на детекторе правды, просто оставайтесь сами собой. Спасибо.